Всем привет! Мы сегодня будем рассказывать тему про манипуляцию. Например, кто-то сказал: идем со мною, или я обижусь. Или он сказал: сделай мне то, или я тебе не дам то. Это называется манипуляция. Но манипуляция может принести к вере, к теплой вере, к удалению от Бога. Например, когда кто-то говорит: идем погуляем, вместо того, чтобы пойти в воскресенье в церковь. И если тот человек слушается, он отдаляется от Бога и теряет веру. Это называется тот человек, который уговаривает, это он манипулирует. И так можно отдалиться от Бога. Со всеми прощаемся. Желаю вам, чтобы вы никогда не манипулировали и не поддавались на манипуляции. Всем пока! Да.